Саша. Он думает, как прокормить семью? Как подарить сыну велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ? Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит, уважение. Саша, молодец. Будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему.